32-летняя Блейк Лайвли порадовала поклонников эффектным выходом в свет. Звездная блондинка похвасталась роскошной фигурой в облегающем наряде. В Лос-Анджелесе стартовала премьера фильма «Ритм-секция», в которой Блейк исполнила главную роль. Артистка побывала на важном событии. Это был первый выход в свет после того, как супруга Райана Рейнольдса подарила актеру третьего ребенка. Лайвли появилась на красной дорожке в черном бархатном платье от Dolce & Gabbana. Наряд обнажил плечи и грудь молодой мамы. В качестве модных аксессуаров звезда фильма «Исчезнувшая» выбрала массивные украшения Лоэйн Шварц. Высокие темные сапоги эффектно завершили ее образ. Блейк зачесала волосы в высокую прическу и выбрала сдержанный макияж. Актриса подвела глаза, сделала эффектные стрелки и накрасила губы светло-розовым оттенком помады. На светском мероприятии звезда позировала вместе с Джудом Лоу. Актер – ее партнер в фильме «Ритм-секция». Он исполнил главную мужскую роль в картине американского режиссера Рида Морана. Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс женаты с 2012 года. Звездная пара воспитывает трехлетнюю дочь Джеймс и годовалую дочь Инесс.